Руку давай. Вместе пойдем. Ух ты, хочешь? Ну-ка, куда? Куда? А? Когда он... Гони, гони, давай. Ох, пошли. Ирина, иди сюда быстрее. Брось тапочки. Встань оттуда, чтобы не на солнце снимать. Здесь все включено. Цифры бегут на... Сейчас я к ней обращусь. Были? Что ж ты раньше не подошла? Обрал всех. Скажу мелочь. Сэк, отправляй домой. Так, Лена, поближе туда. Объявите. Просят опять на 12 часов. 12 часов. Где это, Серафима Гавриловна, это ей скажите. Угу. Так, маленькое объявление. Через пакетик. Тайная милостыня, это прекрасно, но мы живем в одном месте. Можно даже найти, кто это делает. Приносит в какой-то таре. Постоянно что-то. Я не знаю, кому отдать. Ну, хоть для меня записку положите там. Кто дал-то? Вот это кто мне положил? Это... Тут орехи эти, кедровые. Так, иди сюда. Вот эти вот. Иди сюда. Вот дом разделите между собой. А вы кто даете, по прямой наводке им отдавайте. Я всю неделю кое-как нашел хозяина. Ко мне вон корзинку эту, велосипеда кладут. Я благодарю всех. Ну, мне вот не надо, а потом тары иногда приносят в ведерки. А кому отдать? В ведерки тогда подписывайте. Так, у меня новость одна. Володя уехал с Игорем Барабашом во вторник. Отпуск взял на 2 недели. Ну, замечательно. Поехал к братьям, родным, близким на Урале засвидетельствовать. И другая у него важная причина была поехать. Пока, говорится, умолчим. И сегодня ночью он мне скинул. Тут такое свидетельство идет, что я думаю остаться до конца недели. Я ему выговорил сразу, во-первых, ты нарушаешь слово, да, да или нет, нет. Вот батюшка понравилось, мы ему выписали из епархии, батюшки, из епархии, Лапкину Иоакиму Тихоновичу, дается сие удостоверение, то другое, что он с 27 сентября по 26 октября находится в отпуске за пределами епархии, может быть, ну и не стоит под судом, под следствием, и секретарь, документ. И печать. Но я успел снять, а синяя печать не отобразилась. А мне уже сразу с другой епархии уже звонят. Это крайне необходим документ этот, показать другим людям-то. Потому что они что попало говорят. Ну и написано как. И он не может сказать, а я приеду 29-го. Документ. Чтоб помолили, чтобы Володя вернулся, как он говорил. Я ему все места писания скинул. Да, да. Или нет? Значит, нет. А что сверх того? От кого? Насколько ему понравилось, он эту неделю, я пишу, морковка не выхватная, крыша где не покрытая, там надо в музее все законсервировать. Бог милует, пока ничего не сделано, вы помните. Батюшки обещали через 2 месяца относительно земли, глава администрации. Ну, говорит, это не сразу делается, это большой шум будет. Он сказал, не надо ничего, мы сделаем, вернем эту землю, которая, а там почти 300 гектаров. Потеряевку только там 170, кажется. Ну, это не один гектар там. И там под пастбище. Они все урезали. Железная дорога по их карте идет прямо по нашей улице. Ну, это даже безумным нельзя назвать. Вот что за огородами, вон тут береза растет у плотнику, она уже за той стороной линии находится. Кто-то же составлял, а эти составители-то, они где-то должны проявиться будут. Они, Игорю-то говорят, можешь это сделать, ну, это 1100-150. Мы тогда переправим, нарисуем линию, где она есть. То есть мошенство, да и какое, ну, даже не назовешь, как это, как. Я не слыхал это. Вот батюшка пока сказал, рассказал он, ну, нам не надо их это
искусственно, кажется, врагов наживать. Но он пообещал, но не вызывает. Батюшка позвонил, не так скоро делается, скорее надо. Я еду 10 октября, я начну в администрацию, в прокуратуру, везде пойду. Мы эту железную дорогу перенесем на место. Перенесем на место, и разъезд будет на той стороне, не около барабаша в огороде. Значит, а Володе помолиться, что он вернулся вовремя. Нам все надо подготовить, потому что 10-го мы думаем уезжать. Андрей едет. И просьба, кто едет на машине, если есть свободное место, нам хоть что-то бы отправить. Потому что мы много взять не можем, варенье не можем взять. Лена, Игорь согласился, мы к вам варенье привезем, поставим. Не надо везти. А? Не надо. Не надо? Нет. Но мы, ты же вроде разрешил. Ну, как поеду, я сам приеду, заберу. Так нас не будет, закрыто будет. Это на то, что мы когда уедем, а ты поедешь свободен, и ты, чтобы маленько перевез. Мы картошки, дробят, просят. Мы, она, ну вы вытащите, сейчас будет жарко, все пропадет, прокиснет у вас. А я не поеду. Ну да, ну что делать? Наша-то машина, когда полугрузовая, она ну, тонну больше она никак не возьмет. Ну, два раза приехать. Надо два раза съездить. Два раза приехать, и все интересно. Ну, давайте, два раза. Мои второй вещи раз, Андрюша, всегда свозишь? Оставляет тоже. Тихо. И картошку, и морковку. Да, тихо. Дискриминация. Мы, когда ездили на восток, ну, мы трое, там два шофера было у нас, 13 дней. У нас в среднем на каждый день попадало 1030 километров. Это три раза, если 150 километров, туда-обратно 300, это три раза с лишним в один день. Ну, мы просим не в этот день, а может другой. Андрюша, за тобой дело. Ну, ради... надо съездить. А? Съездим. Второй раз можешь съездить? Я оплачу дорогу, съездите. Бензин, все это. Мы не для себя только. Сейчас позвонили там, ну, ребятишки, дробят, и нам хочется подарить, ну, дать. Смотрю, они там, выставляя объявление там о деньгах. Я, ну они там столько собирают, там кто-то послал 15 тысяч, кто-то одну, вот это. Я сказал, четверо детей, на отца надежи никакой нету, а договорились так, фонд у Гали Загуляевой, Галины Александровны, батюшка благословил под моим контролем и Виктор Андреевича. Я сказал, чтобы цифра была не меньше, как семизначная. Вы поняли, что? Семизначная цифра. Значит, такой фонд должен быть собран. Потому что дети растут, и неизвестно, что, как дальше будет. Ну и... Это на четверых. Это совсем немного. Тут и инфляция, и что угодно может быть. Я вас оповестил об этом. Кто против того, что я сказал относительно ребятишек? И... А с вас ничего не просится. Кто желает, на Галю только выходить. Меня скидывает кто-то уже 10 лет на телефон. Регулярно. Ну, небольшие суммы. Ну, 1007 за полгода набирается. Сейчас вчера гляжу, за 10 тысяч перевалило за лето. Я отдаю, кто может распоряжаться телефоном, и чтобы эти деньги все годы телефон я отдаю, кто там ну, имеет затруднения, то они снимают и на этом все. А мне оставляют там 100-200 рублей. Относительно фонда, вы никто не может еще сказать, против или как? Или одобряете? Одобряйте. То есть это дело для Бога. Это члены нашей общины. Эти годы, их четверо, они у меня восьмой год нынче были. Восьмой год, бесплатно, летние каникулы. Ну и стараемся одежи еще тут помощь, когда приходит. Сегодня приходите на занятия, осталось два занятия. Это и следующего воскресенья. А там в среду мы уезжаем, 10-го. Если Богу угодно будет, и живы будем. Вопросы? Лена, а ты мне еще дала-то эту бумагу-то? О чем она? Это пришли налоги на Виктора Николаевича и на машину, вот на вот этот газ. И он хочет, чтобы заплатили вы. Да, кто это? Это Савчин. Ну, это с налоговой. Сколько? Ну, там написано сколько. А там, ты не помнишь? Ну, 4 с чем-то тысячи. Андрей поехал оформлять машину. Я сказал, все расходы больше не спрашивайте никогда, все на меня кладите. Это мои расходы. Я сразу даю и с избытком. Может, дополнительные расходы будут. На сегодня на занятия постараюсь принести. И дам года на два вперед. Нет, зачем?
Ну, я не люблю. Десятины, говорят, десятины. А, батюшка овечек сто иногда держит. У него там десятина народа. У меня нигде нет ни копейки. Нету. Несмотря на это, 1 его приезд в январе я плачу за год вперед десятину. С пенсии. Он приезжает, я ему посчитал в конверте, все в руки, до свидания. Я целый год не думаю о десятине. Потому что у меня стабильно пенсия бомжа. Так что у нас все есть в достатке. Так. Ну вы тогда, Андрей, Игнат Тихонович, тогда Андрею отдайте, он будет платить. Андрей. А мне эти бланк дайте. Да, на. Так, подожди минутку еще. На. Я тебе принесу деньги, ты мне скажешь сколько. Сегодня на занятия. Значит, деньги кому? А ему отдавать или вам? А вот. 6190. Нет, 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 нет. Нет, нет. Нет, это нет. Пальцы в рот не бери, тут, может, заразные брали. Посмотрите, вот это 4272, это за машину. Это вот Андрею. Да. А вот мне за Марию Лапкина 14450 рублей. Это за дом. Да хоть сколько, только мне цифру дай с избытком, чтобы не было. 4300 Андрею. 4300 Андрею, и мне 450. Да милее, мое, да довольно будет. А так. Остальное там совсем. Это Бог так сделал. Так. Спасибо. Теперь, кто у нас электроэнергию снимает, чтобы мне представили еще за все, что где там они пользовались, где Володя, где я живу. И тут, я не знаю, включали или нет насос. А кто снимает? Каждый сам снимает. Да нет, вроде ходила Нина Васильевна. Нет, ну вы же говорите, сколько у вас там на счетчике. Ну так я заплачу за это заранее, чтобы заплатили. Вот за счет сколько нужно есть? Нужно показания, дайте показания. Показания? Да. Она ходила, собирала. Ну ее сейчас нету, на счетчике просто посмотрите на каждый счетчик, где там и все. А предыдущее это у кого? У нее было. Ну, если в Сбербанке платить, там высвечивается предыдущее. Надо предыдущее знать, сколько платить, да, может быть? Нет, сначала вы дайте, какие есть. Я заплачу, а вы мне оплатите уже. Леша, ты можешь пробежать? Где это живет на столбах? А с этой стороны, где там Никита был, и там посмотреть. И, ну, а тут я зайду, а то не увижу, цифры смешаю. Ладно, ладно, разберемся. Вопрос не стоит совсем даже. Мы нам есть чем рассчитаться. Так, насчет варенья-то не договорились привезти? Когда ты свободен, меня уже не будет. И ты успеешь. А как вы их там упаковали-то, банки? Ну, Володя, если не приедет, он скажет, какие-то банки там, ну, и тут варили же варенье все лето. Очень трудно вести банки. Старались всем дать, которые уезжали. Чуть не разбито это все как-то, чтобы упаковано было. Ну, бумага переложена. Путана, они перепутаны. На улице не просто нет, просто яйцо-то сейчас жара. Ну, они же два раза. Батюшка поехал, машину загрузил, целую банки с медом для бабушек повез, целую машину загрузил. А мои-то банки, поставить некуда. Как их везти? Все, пока. Благодарю. Ты представляешь, что мы как бегут оставляет, не дает мне. Мои-то банки как увезти, самое время. А там тоже коробки оформлены.